Начинаю новый влог снимать. Пришла домой. Вот так я сушу вещи. На Тардео, да, называется? Показываю, что принесла. Это у нас болгарский перец в суп. С аптеки у нас прополиса настойка. Хочу полоскать горло, у мужа горло болит. Муравьиный спирт. Взяла цукаты. Это не то. Так, зашла в вершину. Блин, что там делаешь? Кормилица фасоль томатная. Хочу сварить суп. Добавить вот эти. Потом маслины тоже в суп добавить. Зелень это кружка на суп тоже. У меня весь пучок уходит. Лимон. Там шоколадку взяла. На бабаевский с целым фундуком. Темный шоколад. Уже захотелось мне с ней попить чай. Так, у нас здесь батон. Чуть-чуть, по-моему, называется. Просто хлеба не было. Чудо-творожок. И одинаковый вкус. А, ну здесь банан еще. Чай у нас закончился. Я вот подсела на краснодарский. Мне очень нравится. Полностью нас устраивает. Нормально. Взяла попробовать такую пасту, как от фирмы Sensodyne. Блин, только сейчас увидела, что с тором я не люблю. Ну ладно. Но я взяла вот здоровье десен попробовать. Поддерживать здоровье десен. Написано, снижает чувствительность зубов. Ну что ж, будем пробовать. Как я не видела, что со втором не очень хорошо. На суп, потом огурцы тоже на суп. Фирма Верней, 3-6 сантиметров. Ну, это такие были самые такие дешевых, вообще не крупные бы надо было. И вторая вот фасоль, тоже на суп, 2 банки фасоли. Фасольных огурчиков захотелось, не знаю. Прям опять такой запах идет. Вот, и сумма в магазине Вершине 1155 рублей. Вот. Вот, магазин Вершина. Ну, я не знаю, мне кажется, она, я не знаю, я, может быть, не права, я точно не знаю, мне кажется, она, по-моему, по Старопольскому краю, наверное, только. Вот. Все, надо трудиться, готовить суп. Вообще, еще сюда мне бы перловую кашу. Я посмотрю, есть ли у меня перловка, потому что я забыла купить перловую кашу. Ну, не бери. Мы идем туда-сюда. Вот. Соплямы, да? У нас тут площадку построили. Новую. Наверное, Единая Россия постаралась. Аля, здесь этот... Что это? Повесили, чтобы сушить, прикинь. Ага. Ну, поехали. Сейчас за нами приедут. А мы не готовы. Лифт. Что я хотела сказать-то? Что я хотела сказать? Забыла. Не знаю. Вот как бы еще непонятно, человек снимает или что он делает. Или видео смотрит, да? Ну да. Вот. А когда ты идешь с этим, ну, с фотоаппаратом, да, там понятно, что что-то не то. Человек снимает, да, получается, в открытую. Угу. Ну да, так будет видно, что ты что-то делаешь. Да. Вообще, мы болеем, идем. Каждый чихаю. Обычно у меня вообще простуда начинается, чихание. А тут у меня на третий день чихание сильно развилось. Это вершиновская херня.
магазин «Вершина», который часто я показываю, что я там что-то покупаю. Но мне не нравится этот супермаркет, на самом деле. Затарились мы в «Магните», правда, как сказать, ну не то чтобы купили на поесть, да, а всякую ерунду набрали, да, чтобы болеть было приятней. Действительно, когда болеешь и нечего кушать такого, ну, особенно с чаем, чай это часто хочется пить, мне особенно, вот, горло, чтобы прогревать дома. И этот, а когда не с чем еще закусывать, это горе такое. Семечек крутого теперь не было, хотя семечки, куда семечки, если горло сушит. Все, поехали. Плюс мы зашли в Фикс Прайс за салфетками, он тут все равно Фикс Прайс, я ничего не дал купить. И то, и то, сколько? 600, по-моему, 600 рублей. Значит, я взяла набор тряпок бамбуковых с принтом, 3 штуки. Вот такие вот. Ой, нос не дышит. Должно быть здесь 3 штуки с цветочками. Это лопатка. Летом было актуально, конечно, закапывать зонтик, да? Ну, зонт от солнца на пляже. Копаешь, копаешь, удобно. Но у нас уже похолодало. Стельки тоже бамбуковые пишут. Тоже с трудом верится. Хотя, может быть, мы слишком... Так, что не смешно, не могу. Магия двух чего-то. Сливки, шоколад. Взяла попробовать. Что из себя представляю? Конфеты. Ты идешь помогать? Это платок сопливый. А? Чистин. Мыть. Раковина, унитаз. Так, влажные салфетки для интимной гигиены. 3 штуки там. Вот их 3 должно быть. Так, носки. Вот это я себе носки взяла теплые. На зиму, на зиму. Так. Это тоже себе. Такие. Черные. Мужские. Синенькие. Мне кажется, мы их уже брали. Дальше женские такие. Давай, давай, пакеты, что ж. Вот это мужские стреляют. И женские еще одни теплые. То есть это не факт, что это женский, но это 36 размер. В общем, 2 пары теплых носков. Да? И мы заехали в «Магнит». В «Магните» купили пиццу, муж взял. Вот такую. Даже деревенская написано. Вот 3 пакета, это 2500 рублей должно быть. Вот этот чек. Большой. Ничего не взяли, одни овощи, ну, фрукты и все. На суп, да, и вообще, что за цены. Салфетки, потому что мы болеем. Ой. Вот такие 75 рублей, помню, как сейчас. Потом сок добрый, апельсиновый. Так, это виноград черный, российский. Ну, то есть, скорее всего, вот. Дыня, я только одна ее ем, маленькую взяла, она вышла на 28 рублей. Свеколка на суп, капуста, тоже местный виноград зеленый, наверное, с костями они, скорее всего, или груша. Груша, по-моему, нет, это не российские, что-то, в общем, я не вижу груши, но груши я за все лето не ела, потом лимон. Здесь вот такое варенье. Премиум персик десерт. Захотелось мне с чаем попить. Видите, он там кусками. Вот. Не хочет сфокусироваться. Далее. Апельсины. 3 штучки.
бананы, болгарский перец, тоже 3 штучки, вот там бананы, чеснок 2 на суп. Следующий пакет. Взяли упаковку Кубай. Остальное в машине осталось. Да? Потом. Здесь у нас яйца. Вот яйца, да, да. Это помидоры. Курица. Троекурова, что ли? Не вижу. Агро. Ничего непонятно. Молоко топленое. В этом пакете все. Так, здесь 2 пирожных. Попробовать. Это вот 2 пирожных, они вышли на 203 рубля. В общем-то, каждое по 100 рублей. Брюс. В общем-то, он у нас 2 салата. Один салат мужа, да? А, муж. Твой один, это мой оливье. Да, а вот этот крабовый с огурцом. Я крабовые палочки не ем. Так, здесь батон нарезной, потом корм китикет животных, вот этих вот. Вот они. Ну, бери, Брюс. Не можешь. Руки не выросли. Так, пакеты вот такие мне нравятся с завязками. Так, что это? Масло, да? Сливочное. Не знаю, не вижу я название. В пакете йогурты, йогурт один, агрокомплекс, потом слобода, другой молочный родник, Даниссимо, творожный десерт, цитрусовый, и зелень смешанная. Фух. Да, все свободно. Можете разбирать. Вот она, цена, сумма. Я говорю, можешь разбирать. Вот он. Ты меня что, не слышишь? Нет. Что, да? Чтоб не говорили, что выслали на обзор продукты. В июне или когда? В начале июня, в конце мая болели мы. Грипферон взяла, не знаю. Зачем? Вот тебе капал у нас. Сонарин это мужа. С эвкалиптом ему нравится. Синапсин. Ну, много лекарств не буду показывать. Не знаю. Поможет, не поможет. Что ты несешь? Это в горло. Это в рот. Лизабакт. Господи, такие лекарства дорогие. Разные, разные. Показывать бесполезно. У меня тут, вы знаете, у меня аптека. Разные. Комитон. Но комитон он не очень-то помогает, да? Что такое? Что ты меня бьешь? Наглец. Это в нос с морской водой. Остальные на кухне. Да? Угу. Чего? А? Вот наглость. Что ты меня не кидаешься на мою руку? Нельзя прям поснимать. Как только начинаешь что-то снимать. Все, ложись. Вафельный, что ли? Нельзя. Сядь. 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 Ляжь. Да. Тесто, конечно. Как это оно? Как вы любите, да? Слоёное. Мне нравится, Баса, пол вы этого съела. Ну, ты скачивай этот. Залог освобождён. Ну, скачал. А, вот чай тогда. Ну, этот... Машки на деньки. Сказать в интернете, но что-то там доставка 60. Ну, Мария с Дэй. Ну, не знаю, посмотрим. Как переводится? Ребята, я что-то расстроился. Ну, эти.
вот такие вот как раз моменты. Ну, тут ноль, я так сказала, карась, камашка, единичка. Ну, я уже, например, что-то как-то перегорела с этой камерой. Ее сразу не получить, и как-то надо... Ну, сейчас будем кино смотреть. Купила пряжу. Это пакет мне дали, что ли, изобильное. Фирменный магазин изобильно. Разноцветные цвета вообще. Разноцветные цвета. Разноперый. Вообще получается, что... Ой, шатнулась. Вот это, по-моему, Турция. Азис, Алис, Алайс. Вот это другая. Палец порезался. Вот. Пример нарисован. Производство Турция, да, написано. Этот цвет симпатичный, красивый. Я уже покупала две. Да, Брюс? Две покупала. Так как вяжу в первый раз, видимо, туговато вяжу, и получается, что вот так вот на мало хватает. Маленькие. Тоже по-своему вяжу, как могу, и все. Здесь совсем тоже два разных рулона. Один вот с голубизной, другой получается с оранжевым, зеленым. Не с такие, как валаны получились. И вот какой же продолжить, каким же. Вот этот, конечно, сюда подходит. Вот этот. Может, голубой начать. До завтра, Брюсечка. Ку-ку. Как твои дела, Брюс? Так, а вяжу я, как это, где она? Крючком, в общем. Это номер 3. Третий. Вот. Не помню, здоровалась или нет. По-моему, здоровалась. Ну, если что, еще привет. Короче, решила подключиться, поболтать с вами, потому что один фиг. Что в комментариях на вопросы отвечать, что видео ответить правильно. Ну, что там, что здесь отвечать. Мне кажется, видео даже интереснее будет. Мне, например, интересно, когда отвечают видео именно. Вот. Я тут пытаюсь сварить суп, ну, борщ. Уж больно не хочется. Потом дыня нарезала. Муж у меня не ест, он сейчас на работе еще. Не ест и вот у нас вечереет. А вот это я должна быть сама я съесть, но слава богу, я как бы дыню люблю. Так, значит, по поводу инфекции. Сварить суп, смотрю, мяса нет. Вот курицу, что вчера купили, я снимала покупки с семейного магнита. Вот. Вот эту курицу закинула сюда, потом хочу ее в духовку. Просто в духовке поджарить. А так-то мне надо, чтобы она бульон дала. Наваристый должен быть пипец. Темнота. Наваристый пипец, что зато не надо зажарку делать, масло добавлять. У нас уже холодно. Вот 20 градусов и уже мороз. Ну, в смысле, холодно. Только вот в начале июня болели. Простудой, не знаю, что там, не разбираюсь, ОРВИ, грипп. И опять муж меня заразил, тот раз заразил, в этот раз заразил. Но работа у него общественная, он с людьми, поэтому заражает. Причем они болеют сами, сотрудники друг друга заражают, так что даже больничный не возьмешь. Там нормально все, они так больные на ногах. Короче, и вот так вот страдают жены, короче, я тоже. 4 дня держусь, иммунитет борется, и все.
Значит, думала идти. Сегодня 18 сентября, день выборов депутатов. Мне достали эти все вывески тоже. Вот это вот зеленая красная крыша, это все школа, лицей, в общем. Вот, показываю вам территория школы. Как там поле вот ихнее. В общем, там вот я ходила, голосовала сегодня, дождик у нас был. Нашла колбасу, купила докторскую. В общем, сходила, проголосовала. Выходили голосовать. Я тоже сходила, проголосовала. Думаю, я пойду схожу, вдруг мой голос будет решающий. Короче, что можно сказать? По поводу инфекции. Не знаю, чем я там отравилась, чуть не померла в Анапе. Еле доехала до Ставрополя, здесь, естественно, в больницу тоже легла. Ну да ладно, выписали кишечный антибиотик. Инфекцию там нашли. Вот. И все, что еще рассказывать. И сейчас одно за одним. Я не знаю, какая-то карма или судьба. Первый кашель, не знаешь, чем лечить. Сопли. Потом восстанавливаться, мне тяжело нос восстанавливать. Со своим диагнозом, этим вазомоторным ринитом. Потом они, у меня эти сосуды, стенки в носу. Тяжело восстанавливаться они. То есть сопли уже проходят, например, кашель, ангина, и все проходит, да, горло, а нос так и не дышит. То есть вот. Это моя беда. Поэтому для меня болеть простудами лишний раз там плохо и нежелательно. Вот так вот. Вот такая вот фигня. Поправилась, носить нечего. И надо какую-то верхнюю одежду покупать, куртки, потому что в свою парку я не влазю. Куртки я не влазю, ни в кожаную, ни в какую. Сиськи здоровые. Лежат пустые банки. Снимать тоже не очень хочется. Не тянется рука. Прям думаешь, может их выкинуть. Красота. Вот эта красота, она хоть радует зимой потом. Надо кактус землей засыпать. Все, руки не доходят. Люблю пышные, когда они сами вот стоят. Вообще проблематичные. Как она, герань. Постоянно сушится и нападает. Это вообще, я не знаю, не помню, как называется. Ох, лекарства всякие. Бронхомунал купила мужу. Вот это. Новинка вроде как. Лизаты бактерий. Для приема внутрь. Хоть бы они ему помогли, чтобы не выходить на антибиотики. Йодангин лежат. Я даже не знаю, как их принимать. И как-то вообще, зачем я их покупала. Это ту прошлую простуду пеносолом. Пиротусин мужу тоже нифига его не пьет. Он корень солодки тоже мужа. Это вот, что вчера купили. Кстати, я уже все съела. Премиум, да, экопродукт. Десерт персиковый. Понравился мне вообще супер. Приколы. Шприцы. Это настойка прополиса. Тут их много. Вот. Полоскать горло. Надо воду протереть. У меня стекло. Что варится? Буду. Дыню есть, доварить суп. Не знаю. Выбором и результатом голосования чуть позже. Пока же площадка журналистов закрыта. Мы можем оценивать происходящее там, только наблюдая за передвижениями, которые ведут через сюда. Как считается вся информация? Про выборы. Смотрим. Это кто? Ты что хочешь? Кузьмич. Как вы правильно сказали, сейчас все ждут разрешения вот этой главной интриги, предвыборной интриги, кто же займет все-таки второе место. За то, что, напомню, всего за неделю до выборов результаты опросов показывали, что по составу майонез, зелень, перец, соль.
зимние Олимпийские игры, соревнования лучших хоккеистов планеты. Сильнейшие против сильнейших. Сегодня первый матч нашей команды Россия-Швеция. Тот случай, когда на льду точно будет жарко. При этом в перерывах мы будем возвращаться к самым свежим данным по подсчету голосов. На выборах 4, большого хоккея первым. Зачем еще, может, полгода? Не помню, не делали. Времени. Подсчет раньше часто делали, мы были свидетелями. Сейчас продолжается по всей стране. Потом мы сейчас можем перевестись как-то в Санкт-Петербург и увидеть, как это происходит. Так. Потому что ты привередливый. Да? Нет, ничего не привередливый. Кусай пирожку быстрее. Я вообще не привередливый. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Когда мы закончим ремонт, ну, яблоки, конечно, ну, тверденькие, но я такие люблю. Ну, мне нормально. То есть сами яблоки не твердые, просто кожура. Что у меня горло болит. Программа на российском телевидении. Вот и неделю назад у нас случилось беспрецедентное. Не пробовала что-то с экспрессом, вот лежит, что у нас все представляет. Так, ну что, 3 штуки здесь, да, как заявлено же. Здесь рисунка нет. Самое главное, чтобы они были толстоваты. Я не люблю тонкие. Фу, воняет. Фу, ужас, китайщиной. Ну, обновила, новые взяла. Я их стираю, кстати. Все, давайте. Пока-пока. До следующего влога. Еще увидимся. Чао.